Всем привет! Сегодня будет совсем небольшой ролик на тему, что делать, если уменьшился объем флешки. А уменьшился он по причине записи образа программы MemTest на флешку, которая предназначена для тестирования оперативной памяти. И по итогу вы имеете флешку с объемом 254 мегабайта, хотя на ней изначально должно быть 16, а может быть 32 или больше, неважно. Форматирование в этом случае не помогает. В этом случае в панели управления дисками мы можем наблюдать, что объем флешки сохранился. Единственное, что он не размечен. То есть флешка свой объем сохранила, единственное, что она была поделена на разделы при записи образа, и соответственно один из образов был на маленький объем, остальное просто не размечено. Но решается это все просто средствами Windows, то есть нам ничего не нужно придумывать сложного. Для этого запускаем командную строку от имени администратора и пишем парочку команд. Список команд, кстати, оставлю в описании, чтобы вы просто могли их копировать. Для начала пишем команду diskpart. Затем пишем команду listdisk для выбора правильного накопителя. Обратите пристальное внимание на то, что здесь отобразятся все накопители в вашем компьютере, в том числе и диски, на которых записана операционная система. Выбираем номер нужного накопителя, пишем selectdisk и выбираем его. В моем случае это диск 3. Ну а далее просто пишем команду clean, после чего все разделы на вашем накопителе будут стерты. После данной процедуры обычное форматирование снова вам не поможет, поэтому нам нужно будет войти снова в управление дисками, выбрать пункт «Создать простой том», далее с помощью мастера создания простого тома выбираем объем, нажимаем «Далее», выбираем букву, которая будет присвоена флешке, и на этом все. Далее все можно оставить по умолчанию, за исключением метки тома, ее вы можете назвать как вам угодно. После чего ваша проблема с флешкой будет решена, и на ней будет создан один раздел, который будет общий и будет иметь весь объем, который заявлен производителем флешки.